Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает и куда кладет? В карман. Саша в карман ложит. Вдруг упала шишка прямо Саше куда? В лоб. Да, правильно. Саша рассердился и ногою. И ногою. Топ. Топ. Молодец. Всем доброго утра. У кого оно доброе. Вот. Знаете, спасибо вот за то, что вы говорите. Да, я сам рад. Это наш переломный такой момент, которого я очень-очень сильно ждал. Вот. Знаете, просто сколько давит меня насчет этого, успокаивал, говорит, да ты успокойся, отпусти, я ему все время плакался, Давид, я боюсь, Юсефе тоже, рассказывал Юсефу, Давид, я боюсь, что Сашка не заговорит, Давид, сколько мне говорил, успокойся, отпусти это, вот, ну, пришлось в один момент отпустить, так же, как и с егошним состоянием, когда я за него переживал, как, знаете, мамка над ним трясся постоянно, когда мне Давид говорил, тебе не надо над ним трястись, тебе надо просто отпустить это, и как оно, ну, идет, так оно и идет. И в один прекрасный момент, знаете, вот это, что меня тревожило, оно сидело у меня в груди очень большим комом, и в один прекрасный момент я просто отпустил это все и просто увидел то, что происходит на самом деле, то есть, что как ребенок восстанавливается, как он приходит в чувство, благодаря, да, Давиду, всей его команде, Юсефе. Это мои самые родные люди, я считаю их своими близкими, очень самыми близкими людьми. Давид как отец, а Юсефа как мама. Они, знаете, постоянно что-нибудь, у меня какие-то проблемы, они мне помогают, все доступно рассказывают, как все надо делать, что нужно делать. Я считаю их своими родными, близкими, самыми любимыми, я их обожаю, я их ценю. Это мои самые родные люди, которые появились в жизни. Дай Бог им всего самого лучшего. Я их очень обожаю, они мои вообще самые незаменимые люди. Вот, моя семья, моя частичка, вот, это самое дорогое все, что есть в моей жизни. Вот, спасибо бы им за Сашку, спасибо вообще им за все, за то, что просто они есть такие любимые, родные, прям самые-самые лучшие. Вот, и в один прекрасный момент я как бы это все отпустил, увидел, как Сашка начинает восстанавливаться. Видать, когда держишь это все, оно не дает, то есть полного восстановления. И когда я это все отпустил, это я про состояние говорю, у него стал восстанавливаться прям с такой дикой скоростью. Все, он начал понимать, он начал приходить в чувство, можно сказать. И тут также с этим разговором, как бы я просто, у меня слезы не текли, сколько бы я бы просто бы не переживал вот за это, за все. И просто в один прекрасный момент я взял это и отпустил. И Сашка вот начал у нас считать. Малинки, малинки, такие вечеринки, зеленые тропинки, где тихо и свежо. Малинки, малинки, брюнетки и блондинки. Эй, диджакей, заряжай пластинку, авария идет в малинке. Смотри, давай. Один, два, три, четыре, шесть, семь, ну, восемь, девять, десять. Красавчик. Расскажу, как было. Была до этого конференция, я был на работе, у меня жена Алена присутствовала на ней, она представляла, как, когда занимались, да, вот там с Давидом на конференции, она в этот момент представляла, что Сашка сидит у ней на коленках и разговаривает, мама просит ее куда-то что-то пойти, что-то сделать, вот. То есть, вот это представляло.
И когда я пришел с работы, она мне об этом рассказала. И тут мы созвонились буквально через дня два с Давидом. И попросил его позаниматься. Вот. И говорит, ложись, да, и будем сейчас заниматься. Вот, позанимались с ним. Во время занятий я тоже представлял, как Сашка подходит ко мне, берет за руку, говорит, папа, давай, папа, давай съездим на рыбалку, папа, пойдем сходим в парк, вот это все. И просто на следующий день Сашка у меня на речке начал говорить, просто цифры выговаривать. Я просто был в шоке, я как бы не придал этому значения, никому не говорю, потому что мы сидели с ним вдвоем подальше от своей семьи, да. Вот, не придал этому значению, начал вот это как бы раскачивать. И все, перед сном начались, то есть начал ему песни петь, он мне начал цифры вот это все говорить. Это для нас реально переломный такой момент. Знаете, наверное, в душе это не просто так сделать, отпустить вот это все. Но знаете, что... Не знаете, а просто каждый, наверное, кто находится в этой группе, знает, что доверие Давиду, Юсефе, команде... В общем, что у всех в жизни все будет замечательно, все хорошо. Вот, надо просто до конца довериться, видать, в этом, отпустить все свои вот эти страхи, которые, как, да, для нас, родителей, это страх, он сидит и сидит и сидит. То есть не просто так взять, да, отпустить. Но благодаря Давиду Юсефе это все, все улучшается, жизнь становится лучше. Ле-де-ле-ле-ни. Молодец. Мама моет лялю. Ляля как делает? Паровозик. Паровозик. Чух. 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 Мы едем вперед. Красавчик. Сегодня, когда мы кушали, я говорю, скажи, папа, он мне ответил, отец. Вот, для меня это тоже каждый день какие-то что-то слышать новое, это для меня радость, это вообще, это дает мне энергии для того, чтобы просто жить, чтобы не думать о своих каких-то там, знаете, рабочих там каких-то проблемах. Это дает просто мыслить дальше, чтобы заниматься ребенком, чтобы у него по жизни все хорошо было. То есть, как объяснить, Давид, Юсеф, просто я говорю, это мои самые родные, это мои родители, мама, папа, я просто их обожаю, люблю до безумия, это мое счастье, которое появилось в нашей жизни. Вообще, это самые замечательные мои люди, Давид, Юсеф, я вас люблю, обожаю всю команду, которая с ним работает, это вообще самые великие, самые лучшие наши волшебники. Саша откуда идет? С тренировочки? С тренировочки идет. Свое добро несу с собой, да? Как тебе первый день тренировочки, Сань? Нравится? А, Саш, нравится? Устал, наверное. А, парень, устал? Тебе нравится твой образ жизни, Саша? Пошли, пошли, пошли. Теперь это твое. Каждый день ты с этим будешь ходить. Давай. Всем хорошего настроения. И доброго утра для кого оно доброе, да? Это в том смысле, что у нас только утро наступило. Я делюсь своими эмоциями, мыслями. Вот. Все, чтобы у всех детки были здоровые, счастливые. Отпустите все, дайте все в руки Юсефе и Давиду, и будет все в этой жизни хорошо. Всем спасибо, хорошего дня.